Здравствуйте! Продолжаем цикл лекций, и сегодня я вам рассказываю о рациональном питании. Данный компонент рассматривается как один из важнейших критериев здорового образа жизни. Ведь несомненно, что питание выполняет одну из главнейших функций в обеспечении жизнедеятельности человеческого организма. Все жизненные процессы в организме человека находятся в большой зависимости от того, из чего состоит его питание с первых дней жизни, а также от режима питания. Всякий живой организм в процессе жизнедеятельности непрерывно тратит входящие в его состав вещества. Значительная часть этих веществ сжигается или окисляется в организме, в результате чего освобождается энергия. Эту энергию организм использует для поддержания постоянной температуры тела, для обеспечения нормальной жизнедеятельности внутренних органов, сердца, дыхательного аппарата, органов кровообращения, нервной системы и так далее, и особенно для выполнения физической работы. Кроме того, в организме постоянно протекают процессы, связанные с формированием новых клеток и тканей. Для поддержания жизни необходимо, чтобы все эти затраты организма полностью возмещались. Источниками такого возмещения являются вещества, поступающие с пищей. Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни. При неправильном и некачественном питании наступает истощение всего организма, что впоследствии приводит к серьезным отклонениям. Нерациональное питание заметно повышает риск возникновения заболеваний, которые могут даже привести к смертельному исходу. Например, излишнее накопление холестерина, содержащегося в жирных продуктах. Оно вызывает атеросклероз. Ежедневный рацион человека должен быть строго сбалансирован. Он должен содержать в достаточном количестве и оптимальном соотношении все необходимые организму вещества. А для этого ему нужно быть разнообразным. В него должны входить продукты самых разных круп – зерновые, стручковые плоды, продукты животного происхождения, овощи и фрукты. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на нас, у нас много информации о вашем здоровье.